Допомагать уразливым и не бояться тих, кто отрознивается. Постоянный координатор ААН у Республики Беларусь Санака Самарасинха обмерковал с уладами и громадскими активистами планы программы «Инклюзивная Беларусь». Починаючи с осени, в области стартует шерох социальных программ и конкурсов. Тому от мясцовых активистов чекают идеи социальных проектов, вартых распаўсюджвання. Сустреча с подарасом Расинкхой, керовнику программ ААН у Беларуси со старшиней Могилевских облаканкама Владимиром Доманевским. Справа не агульных размов, а конкретных пропану. Створить координационный офис по праце с мясцовыми инициативами, провести конкурс региональных проектов. Программа «Инклюзивная Беларусь», которую реализует ААН у нашей краине, предугледживает супрацовництво на разных узровнях. Мы хочам дапамагчы людям пераадолець бар'еры, страх, стэрэатыпы, аднак дзеля гэтага трэба змяніць стаўленне. У сваю чаргу яго можна змяніць толькі праз веды, праз тое, каб навучыцца слухаць тых, хто, можа быць, крыху адрозніваецца, але па суці аднолькавыя. Каб вызначыць накірункі супольнай работы, прадстаўнікі ААН сустрэліся з актывістамі грамадскіх аб'яднанняў. З 24 кастрычніка па 10 снежня ў рэспубліцы ладзіцца праграма «Інклюзіўная Беларусь». Мы планируем работать один день в одном городе. Городов у нас будет 12. Даты пока предварительные. Пока мы говорим о том, что, скорее всего, в Могилеве мы будем работать 3 ноября. Разом с тем ААН шукает у Беларуси идеи проекту по допомозе инвалидам, состарелым, людям с особливостями здоровья. Для самых активных этой осенью ладить конкурс. Общее финансирование инициатив в Могилевской области составит порядка 150 тысяч евро. Конкурс проводится вот сейчас в данное время. Он завершится 11 сентября. То есть завершится процесс приема заявок на конкурс малых инициатив. И потом в течение месяца специальная комиссия будет отбирать лучшие из них, которые будут и профинансированы. Керовники программ ААН у нашей краине отзначили становчие выники минулых проектов и высокую активность громадян у справе. Самые интересные проекты отримают подтримку. Седа Каспарова, Миколай Соболев, Новини Регион.